В этом году танцевальному коллективу «Возрождение» исполнилось 10 лет. Ему присвоили звание народного. Но даже несмотря на большой опыт, каждый выход на сцену как в первый раз, признается хореограф и участница коллектива Светлана Федотова. Волнение и спектр других положительных эмоций, а главное – удовлетворение от любимого дела. В этом году на галоконцерт 8-го межрегионального фестиваля «Самарские сезоны 2022» команда приготовила два танца в двух номинациях – «Во имя победы» и «Танцы народов мира». Ну, готовились мы, конечно, очень серьезно с ребятами. Последнее время мы даже занимались по 3-4 раза в неделю на сцене, съемки проводили. Ну, ребята все, что смогли, сделали. Мы, конечно, рады за них, за коллектив. Все, что смогли, они сделали. В программе фестиваля выступление 30 коллективов, участники которых – люди серебряного возраста, то есть старше 65 лет. На галоконцерте представлены лучшие из лучших – победители городских конкурсов. Участники показывали программу в 5 номинациях – «Танцы народов мира», «Латиноамериканский танец», «Классический европейский», «Современная хореография» и специальная категория «Во имя победы». Все серьезно готовились. Это достаточно серьезно физически. Но, конечно, идет мощнейшая такая подпитка умственная, потому что это и сложные композиции, запомнить движение, запомнить, как это укладывается на музыку, кто в какую кулису. Поэтому это действительно синтез вот такого активного долголетия, мощнейший импульс. Все номера оценивала компетентное жюри. Одна из главных наград, помимо кубков и медалей, это помощь участников профессионального сообщества. Каждый номер, его недочеты и достоинства разбирался индивидуально. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.